это та тенденция, которая сейчас существует, и она является естественной. Меняется структура денежных потоков, и когда-то на заре человечества обмен происходил в натуральном виде, потом возник эквивалент товара, и сначала это были драгметаллы, золото, потом перешли на ассигнации. То, что происходит сейчас, это некий естественный процесс. Я абсолютно уверен, не будучи финансистом, подчеркиваю, абсолютно уверен, что в очень недалеком будущем наличный расчет будет совершенно маргинализирован и займет очень незначительную нишу, специфическую нишу расчетов в каких-то отдельных сегментах и сферах, где очень сложно вести безнал. Собственно, сейчас это уже происходит. И, конечно, переход на безналичный расчет, который идет семимильными шагами в настоящий момент, является естественным в условиях цифровой эпохи, в условиях развития информационного общества, интернет-коммуникаций. Более того, я думаю, что он будет совершенствоваться и развиваться дальше, на этом процесс не остановится, и очевидно, общество будет идти по пути перехода к совершенно таким обезличенным схемам расчета, в которых человек будет задействован в минимальной степени.